Мы продолжаем отслаивать острым доступом лоскут слизистый надкостичный вестибулярный для того, чтобы визуализировать дефект, который у нас получился в результате удаления зуба, который мы будем восполнять для дальнейшей имплантации и зубопротезирования. Мы произвели отслоение, отслаивание. Вот наш вестибулярный дефект. Мы можем его измерить. Он более 6 мм. Остальные стенки лунки сохранны. Выполняем кюретаж лунки, удаляя патологические грануляции. По известному нами протоколу перфорируем стенки лунки в нижней трети обычным стилетом для активации ретикулофиброзных клеток и запуска прямого остеогенеза. И теперь мы будем подготавливать принимающие ложи для фиксации стабилизирующей мембраны из твердой мозговой оболочки. Для этого нужно расщепить оральный лоскут . Убедиться в том, что появится возможность завести туда мембрану разобщающую и зафиксировать ее швами.